Приятель в Омскове. Будьте начеку, в подвале на меня напали двое из наших. Похоже, у нас завелись предатели. Соберем остальных ратников и с Божьей помощью вытесним посланников демонских с нашей земли. Надо разделиться. Поляки хорошо держат оборону, и по прямой нам будет тяжело сломить их. Я и Мирослав пойдем через крепостную стену и зайдем за спину бусурман. А вы в этот момент задавите их спереди. Тут неподалеку от церкви взорвали стену. Захватчики пошли оттуда, но мы успели завалить его камнями. Чуть дальше тоже взорвали стену. Можно зайти оттуда. Тогда я и Мирослав пройдем через этот разлом. Хороша идея, Александр. Ну, с Богом. Да хранит вас Господь. Нужно быстрее пробиться к разлому, пока они окончательно не пробили оборону. Ha!